ведущий художник, который был любимцем вот этой черной вдовы Доминики, о которой я рассказывала, его зовут Андре Дерен. Вот его автопортрет с трубкой. Это человек уникальный. Он умел выразить себя, свои идеи совершенно в разных стилях. Вот сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели те работы, которые я подготовила. Давай дальше. Под впечатлением от какого художника создан этот пейзаж? Как вы думаете? Конечно, конечно. Андре Дерен боготворил Винсента Ван Гога. И с Ван Гогом, с творчеством Ван Гога, потому что его уже не было на свете, но с творчеством, его познакомила Анри Матисс. Они вместе учились у Густава Моро. И хочу я вам сказать, что он сын кондитера был, этот человек. И как бы ничто не предвещало, что он может занять такие лидирующие позиции. Но дело в том, что Матисс, кроме того, что он был чудесным художником, он еще был прекрасным человеком, он организовал такую академию Матисса, ну и за студию, если перевести на наш язык. И в этой изо-студии постоянно бывали маршаны или коллекционеры французские, так сказать, имевшими много денег, и которые тратили эти деньги на искусство. И вот он сосватал Андре Дерена Амбруазу Валлару, тому самому художнику, у которого главные картины импрессионизма, у которого главные картины на тот момент были постимпрессионизма, картины Сезанна и так далее. То есть это попадание просто в десятку. И очень понравившийся Андре Дерен, который, так сказать, понимал, с кем как правильно разговаривать, его картины купили на сумму, которая ему хватило, чтобы приобрести особняк на окраине Парижа. И он жил с семьей в этом особняке, очень довольный жизнью. Смотрим дальше. Это опять-таки, мы с вами понимаем, что это как бы импрессионизм, пропущенный через свое видение. Точка, как у Камилла Писсаро. Дальше. А это несение креста. Вы подумайте, что это один и тот же художник. Вот Андре Дерен вернулся к классицизму. Он решил какой-то период времени, он побыл фавистом, потом он пришел к Пикассо, побыл кубистом, очень быстро рассорился с Пикассо, понял, что Пикассо очень хорошо чужие идеи пионерит, это любимое занятие, отказался от кубизма и решил, что в эпоху войн лучше всего вернуться к неоклассике. И вот создает такие работы. Дальше. А эта работа «Орликин и Пьеро» есть в оранжери, вот то, что я вам говорю, она производит сильнейшее впечатление, потому что это так сделано дотошно. Такая работа, знаете, вот по ней совершенно видно, что это человек, который прекрасно владеет рисунком, кроме цвета. И два слова хочу сказать о коллекции «Черной вдовы» Доминики Вальтер Гийом. Эта женщина ради того, чтобы стать единовластной обладательницей уникальной художественной коллекции, сначала, я подробно не буду, может быть, будет специально у нас отдельная тема коллекции, тайны коллекции художественной. Но в моей книжке про это есть. Она сначала добилась, чтобы погиб первый муж, который собирал коллекцию Поль Гийом. То есть она сделала все, чтобы его не стало. А потом второй муж, он был архитектор, Вальтер, фамилия его, поэтому она Вальтер Гийом.
То есть она двух мужей свела в могилу ради того, чтобы владеть вот этой уникальной коллекцией, которая сейчас выставлена в музее Оранжери в Париже. И вот эта вот Доминика, которая вообще такие дела вытворяла, что она оказалась за решеткой в результате. Министр культуры Франции пришел к ней в тюрьму и сказал: «Я могу освободить вас под мое поручительство, если вы свою коллекцию подарите Франции». То есть вот этого Дерена, вот этого Матисса, и вот это все, что я рассказала. Она долго не думала, потому что она была очень женщина хитрющая, не просто хитрая, а хитрющая. Она сказала: «Да, конечно, я готова хоть сию секунду подписать необходимые бумаги, только сначала отпустите меня». Ну, он посчитал, что это же договор, она бизнес-леди. Значит, ее из тюрьмы выпустили, значит, состоялся суд, где ее признали невиновной, все замечательно, он пришел к ней с бумагами. Она, прежде чем поставить свою подпись, она согласилась в пользу Франции все это отдать. Она написала дополнение к договору одну только фразу: «После моей смерти». То есть, пока я жива, я распоряжаю коллекцией, как хочу. И после ее смерти это все перешло в музей Оранжери. Дальше. А на кого похоже вот этот стиль? То, что мы с вами видим. Вы понимаете, что это тоже пуантилизм? Что они все прошли через импрессионистов, через пуантилистов. А сейчас очень интересный друг Андре Дерена, Морис де Вламинг, показывает нам следующего. Это очень интересный художник. Он сын фламандских эмигрантов. Человек, который кичился тем, что... Дальше я его цитирую дословно. «Моя нога не ступала, никогда не ступала в двери музея». Он очень радовался тому, что он никогда не бывал в музее. Он не получил никакого специального образования, что он самоучка. И ненавидел всех и вся, потому что всех считал соперниками. Ненавидел Матисса, который вообще облагодетельствовал всех фавистов. Дальше. Вот это его автопортрет. Он такой странный господин, который, я бы так сказала, он все время шел против шерсти. Он во всем и вся против течения. Пошли дальше. И как вы видите, опять-таки, огромное влияние кубизма в его работах совершенно очевидно. Дальше. А это уже следующий, это Жорж Руо. Вернись. Про Вламенко я еще хочу рассказать вам про Вламенко и про Дерена одну интересную историю. Они влипли в очень неприятный скандал, связанный с нацистами. Значит, гитлеровское руководство и Геббельс лично затеяли такую игру с художниками. Они арестовали во время войны часть французских художников, и другую часть, которая оказалась в этот момент не арестованной, свободной, они предложили: если вы приедете и покажете лояльность к нашей власти, то мы ваших друзей отпустим. И на это купились Дерен и Вламенко. Они приехали в Германию для того, чтобы показать лояльность гитлеровцам. Об этом написано было во всей фашистской прессе. Всем стало известно. Когда закончилась война, то есть, естественно, друзья не отпустили, их просто попользовали как такой вот пиар, что с нами французские художники сотрудничают. Когда закончилась война, состоялся суд. И Дерен и Вламенко были подсудимыми в процессе
что они сотрудничали с гитлеровцами. И если Дерен остро переживал по характеру, это был человек, который все принимал близко к сердцу, и который, так сказать, с тех высот, с которых он находился, вдруг оказаться подсудимым, и человек, который из добрых побуждений, из побуждения освободить друзей, только поэтому он поехал в Германию, вдруг его упрекают в коллаборационизме, для него это было ужасно. Их оправдали, потому что не нашли документов, где они вот явно сотрудничают. Это все питалось слухами, и пресса писала, что они приехали в Германию. Но им инкриминировать было нечего. Поэтому их отпустили. Дерен после этого со своей виллы, как я вам сказала, он за деньги Амбруаза Валара построил себе шикарную виллу. Он просто не выходил из дома. Он боялся показаться на людей. Ему казалось, что он обязательно встретит кого-то, кто на него будет пальцем указывать. А Вламинг... Ну, вы помните, что я только что про Вламинга рассказывала, да? Там как с гуся вода, чтобы не сделал все гениально, чтобы никакой не поступок, все правильно. Он добился того, что в 1954 году его как представителя Франции отправили на Венецианскую биеннале. И он свои картины демонстрировал на всемирном конкурсе на лучшую работу. То есть для Вламинга это совершенно... Ну, участвовал в процессе, но ничего же не доказали. Если для Дерена ложечки нашлись, но осадочек остался, он на всю жизнь был уязвлен вот этим вот, ну как бы его несправедливо обвинили, то Вламинг для него этого ничего не было. И следующий очень интересный художник Жорж Руо. Жорж Руо человек, который учился, его учителем был ученик Делакруа. И этот ученик Делакруа, у которого учился Жорж Руо, был витражных дел мастером. Он 6 лет проучился в мастерской человека, который делал витражи для церквей, в том числе для Шартрского собора во Франции. То есть в Шартре вот вся та часть, которая реставрирована после войны, это Жорж Руо и его учитель. И поэтому, когда он начинает, что бы он ни писал, он это пишет как витражи. У него очень большая часть, которая, кстати, тоже в Ватиканском музее. Я порадовалась, там очень много представлено Жоржа Руо. На темы Библии вы видите распятие. Дальше. Вы видите картину, которая называется «Девки». Это картина о проститутках парижских. И у него три темы творчества, которые он очень, ну я бы так сказала, социальный пафос у него очень значим. Дальше. Клоун. То есть его три темы интересовали. Девки, цирк, клоунов он изображал и Библия. Он много очень на тему Библии писал. Дальше. Ну вы видите, например, Христос. Когда смотришь эти работы живьем, вот абсолютное ощущение, что это эскизы для витража. Это последняя работа. Напоследок, что мне хочется сказать. Группа афористов официально просуществовала всего 2 года. С 1905 по 1907. Но влияние Матисса на все мировое искусство колоссально. Я могу сказать, что нет ни одной страны, где бы не было художников, которые пошли по этому же пути. То есть, с одной стороны, временные рамки этой группы, которые были вокруг Матисса, они достаточно коротки. С другой стороны, влияние стиля настолько велико, что нет ни одной страны в мире, которая бы не коснулась направления афоризма. Вопросы?